Пармы, но при этом очень талантливый, успел дебютировать за сборную России на Кубке Дружбы, а у нас Зенит с перехода. Денис забрать этот мяч, Бейко опять берет на себя, идет под кольцо, Халтурин хорошо подстраховывает, но есть передача. Хватило для того, чтобы очень красиво завершить атаку. Бейко один в один, но он побыстрее, конечно, будет. И реванш взять, точно атаку завершит. Из-под кольца появился шанс. Бейкон. И опять, как же он его отдают. Бейкон заслон получил. Пойдет сам. Не испугает его, конечно, два защитника. На Карасева. Включаться между игроками. Бейкон не стал даже идти вперед. Так покачал немножко Алекса Хэмилтона. Есть подбор в нападении. И превращает в реализованные два очка. Фрейзер в ответ. Нет, решают все-таки через дугу мяч запустить. Давление на кольцо от Пармы. В этот раз Ройс Хэм не добрасывает. Бейкон умудряется сменить направление. Определяться по стрелке. И оно остается за санкт-петербургским коллективом. Бейкон в заднюю дужку. И проваливается мяч.